До конца 2019 года в Ульяновскую портовую особую экономическую зону войдут еще 8 новых резидентов. Среди инвестиционных проектов, к примеру, инжиниринговый центр по разработке и производству систем автоматизации промышленности. Это абсолютно уникальный проект. По сути, это компания, промышленная, крупный завод обращается к ним, в этот центр, для оптимизации производства, ускорения процесса производства, упрощения там, выборки брака. Сейчас в ПАЭС в полной мере функционируют 30 резидентов. Это и завод по изготовлению авиационных бортовых кабельных сетей, и предприятие в сфере оптовой торговли промышленными товарами. До 2018 года инвестору для реализации проектов в экономической зоне могли предоставить только землю. С появлением на базе ПАЭС индустриального парка платформы резиденты могут воспользоваться уже готовыми производственными помещениями. В прошлом году также завершено строительство объектов таможенной инфраструктуры. Резиденты особой экономической зоны, компании, которые реализуют здесь проекты, они освобождены от большинства налогов. Здесь также есть таможенные особые условия, которые позволяют не платить пошлины НДС на ввозимые товары. Но в итоге пошлины НДС все-таки платятся, когда товары завозятся на территорию России с особой экономической зоны. Плюс компании также платят НДФЛ и другие социальные выплаты. Складской комплекс компании Т1 в 2016 году стал первым резидентом ПАЭС. Сегодня львиную долю помещения занимают японские товары. Одна из фирм страны восходящего солнца открыла на базе склада центр дистрибуции по России. Свои товары здесь размещают и другие резиденты ПАЭС, а иранская компания хранит на российских стеллажах синтетический каучук. Помещение оборудовано стеллажами для хранения груза. Порядка 4000 палеток мест вмещает в себя склад, плюс напольное хранение. То есть стеллажное хранение позволяет хранить груз до 3 тонн на одну балку. Вторая часть проекта резидента предусматривает создание на площадях Т1 предприятий по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. Рената Леулова, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.